Приветствую вас, друзья! С вами Сергей Смоляков. И это все-таки случилось. Несмотря на то, что у нас отменилась командировка в Белоруссию из-за форс-мажорных обстоятельств, потому что Россия запретила все зарубежные вылеты из-за коронавируса, кроме Турции. Вот. Все-таки это пересмотрели, и сейчас есть короткий промежуток времени, когда самолеты все-таки летают. И я буду в Белоруссии 22 октября. Пожалуйста, приходите с любыми вопросами на консультацию, на диагностику, на процедуры. Друзья, хочу вам сказать, что у нас есть небольшой шанс в вечности, и давайте им воспользуемся. Поэтому я всех жду на процедуре. Все контакты для связи, для дополнительной информации будут под видео. Приходите, до новых встреч. Минск, 22 числа, один день.